Все, давайте представим наших гостей. Внимание на экран. Когда делаешь трости, все должно быть идеальным. А вот резец, конечно, надо натачивать до... Ну, чем он будет острее, тем лучше. И... Skip around over drum drinking Jane. Hi-yo, chicken on a raft. Tied on to my noggin, but I ain't going in. Hi-yo, chicken on a raft. The Jim is loving like a train. Hi-yo, chicken on a raft. He's looking at me, comic, I'd say, yeah. Очень нужно. Вот видишь, Петька, как нас раскидал. Мы физически, мы южане прирожденные, мы родились. Значит, если я не ошибаюсь, друзья, Антон Платонов какое-то время жил в Москве, да? Ну, мы с Ганой, да. С Ганой, да. Потом вернулись все в Новороссийск, и Антон занимается изготовлением музыкальных инструментов, в основном русских, желейки, пищики. Античных. Античные. Черкесских, русских, ну, в общем, больших духовых. В основном духовые, да, духовые и тростевые. Нет, флейтовые тоже. И флейты тоже, что ж такое. Вислы, хорошо. Значит, Саша делает волынки, ребят.